Преступление произошло в московском метро. Хан Магомедов, Мусалаев и Зеленбеков нецензурно выражались в вагоне метро и начали приставать к пассажирке вагона между станциями Измайловская и Первомайская. После того, как Роман Ковалев сделал им замечание и заступился за девушку, они стали его избивать. Кроме того, утверждают в Следственном комитете, нападавшие угрожали избиением тем, кто пытался помочь пострадавшему. Романа Ковалева избили так, что медбригада выносила его на носилках, сам он идти не мог. В итоге Хан Магомедова, Мусалаева и Зеленбекова полицейские остановили на улице. Когда силовики надевали на них наручники, один из мужчин не давал завести его руки за спину, второй пытался ранить силовика лезвием канцелярского ножа, а другой распылил перцовый баллончик. Все трое находились под воздействием запрещенных препаратов. Документы на пребывание в столице были фальшивыми. В их съемной квартире провели обыск, но запрещенных веществ не нашли. Возможно, они их где-то прятали в другом месте. Соседка преступников рассказала, что не раз вызывала на эту троицу полицию за постоянные ночные дебоши в квартире. В трезвом состоянии она их никогда не видела. Они всегда были в неадекватном состоянии. Полиция приезжала, разговаривала и уезжала. Никого никогда не забирала. Следствие сейчас назначило проверку в связи с показаниями соседки. Вероятно, наряд, приезжавший на вызов, брал с гостей столицы взятку и уезжал. Преступление в метро произошло год назад. Роман Ковалев выжил и получил степень инвалидности, а преступников приговорили от 8 до 12 лет лишения свободы.